Национальная телерадиокомпания «Чувайши» вместе с Центром управления регионом теперь помогают ремонтировать крыши многоквартирных домов. Так, вчера мы рассказали про проблемы дома 80 по улице Гражданской, где после капитального ремонта начала промокать крыша, кровля пошла пузырями. Уже сегодня неожиданно разбираться на место приехали подрядчик и представитель фонда капитального ремонта, хотя до этого жители дома не могли их дозваться. Репортера Татьяну Трофимову звать вообще не пришлось. Она следит за судьбой этого дома, ей слово. Лужа стоит. Здесь такого не должно быть. Она должна стекать. То есть здесь либо уклона нету, и покрытие положено не по направлению воды. Она мешает. Вода не стекает, лужа есть. Она будет замерзать при зиме. И потом ковер разорвет. Поэтому этого не должно быть. Надо будет переделывать по-любому. Посмотрите, распишитесь. Жалобы жителей многоквартирного дома наконец-то зафиксировал фонд капитального ремонта. Ну и наша телекамера. Почему такое могло вообще произойти? Причину не могу сказать. Скорее всего, бригада была не специализированная. Ковер уложен в местах стока воды, не по направлению заклеена кровля. И много заплаток. Сейчас будут все полностью скрывать. Как по мгновению волшебной палочки, то есть микрофона с логотипом национального телевидения, подрядчик чуть ли не тут же оказался готов приступить к ремонту новой крыши. И смета, и материалы, и рабочие – все оказалось наготове. Повозиться, конечно, придется, но ничего страшного. Ответственно утверждает ответственный. До конца сентября обещает закончить работы, хоть и с Божьей помощью. Говорят же, что люди уже до этого к вам обращались. Обращались и исправляли. Как исправляли? Вырезали, вот заплатки ставили. А так можно делать? Ну, по сути, так нельзя. Ну, сейчас будем выяснять все, снимать заново, переделывать. А вот сейчас жители жалуются, что вот эти шумят, очень плохо закреплены. Что насчет этого? Закреплять будем. Сильные ветра были сейчас. Уж из-за этого будем закреплять. А если бы слетело вот это, что вообще, какие последствия? Дай бог, то, что не слетело. Все осталось на месте. Будем исправлять все. Каждый раз после дождя на крыше дома номер 80 по улице Гражданской скапливаются вот такие лужи воды. Из-за ошибки подрядчика во время капитального ремонта. Теперь компании за свой счет придется устранить свои же ошибки. Подрядчик полностью снимет мягкое покрытие и уложит новый технониколь. И жители надеются, что в этот раз он прослужит долго. А наша съемочная группа будет следить за развитием событий. Татьяна Трофимова, Андрей Шоклев, Республика.